Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня я хочу с вами поделиться очень легкой и интересной практикой на семейное счастье. Данная практика позволяет сделать так, чтобы у вас, у ваших родных и близких было счастье. Если требуется вам или вашим близким поддержка высших сил, дабы обрести настоящее семейное счастье, вы можете привлечь к себе и родным это прекрасное чувство. И независимо от того, живут ли они рядом с вами, либо находятся далеко. С 12 апреля в течение всего периода до полнолуния вы можете проводить эту практику. Данную практику вы делаете в любое время суток, неважно когда. Главное ваш настрой и вера в ваши действия. Итак, что вам понадобится? Простой листок бумаги и свечка. Свечку вы зажигаете, на листке бумаги вы пишете имена всех своих родных, всех своих близких, кому вы желаете счастья. Имена мы пишем полностью: имя, фамилия, отчество и дата рождения. После, когда вы всех написали, вы держите этот листок в руках и говорите такие слова. «Семья моя – это крепость великая. Много горечи и обиды скопилось в ней за годы нелегкие, но я поддержкой Вселенной заручаюсь и в счастливую жизнь включаюсь. Самое лучшее в семью – все дурное врагу. Во благо». Вот эти слова вы должны проговорить ровно 3 раза. Далее, в свой лист бумаги вы поджигаете от свечи, пепел просто выбрасываете в окно, а свечку нужно затушить и оставить до следующей практики. Эту практику можно повторить в течение периода до полнолуния. После этой практики вы увидите, что вскоре ваша жизнь, жизнь ваших родных и близких будет меняться только к лучшему. Для усиления практики в комментариях обязательно пишем «Обрекаю семью на счастье».